Привет-привет всем, дорогие друзья и подписчики моего канала IT-навигатор с вами. Ну вот и настало время первого ролика в 2019 году. Еще раз всех с наступившими праздниками. Ну и настало время приняться за работу, выпускать новые ролики. В этом видео я хочу рассказать о том, как у нас будут выходить видео в 2019 году. Я решил поменять концепцию нашего канала и основной упор сделать на качество контента на основном канале IT-навигатор. К примеру, сейчас вот у нас будет пробный вариант, скажем так, проба пера новой концепции. Один из подписчиков в комментариях попросил сделать обзор на дистрибутив Лири. В принципе, если почитать описание, не выходит дистрибутив с поддержкой, скажем так, последних фишек технологий OS 3, Wayland, QT5, многое другое. Сама оболочка выполнена в стиле Material Design. Ну, скажем так, на первый взгляд неплохо, но дистрибутив находится на стадии активной разработки. Это не конечный продукт. Так чисто посмотреть, разобраться, что он из себя представляет. Первый момент. Напишите в комментариях, интересна ли вам эта тема, дабы себе на заметку просто взять. Вот. Ну и теперь давайте об основной концепции. Что же и как у нас будет происходить. Я немножко подправил второй канал, который там раньше там как-то там он назывался. Вот что-то там. Я делал, выпускал ролики, делал какие-то стримы там танковые, какие-нибудь скринкасты здесь были. Ну, ничего интересного. Вот. Ну, просто уже существует канал, здесь 80 человек есть. Я его переименовал, он на моей основной учетке. Мне было удобно, вот у нас есть лайв-канал. Подписывайтесь обязательно, кто не подписан, вообще, ребята с IT-навигатора, и не только, если вы смотрите этот ролик там впервые не подписаны, подписывайтесь на основной канал и обязательно на этот. Как у нас будет выходить контент? Вот, допустим, дистрибутив, Лири и так далее. Дабы не грузить основной канал, скажем так, не очень качественным контентом, я решил на лайв-канале я буду записывать какие-то свои отзывы по поводу дистрибутивов, там первые тесты там на виртуальной машине и так далее. Здесь вот будет такое движение, там какие-то, возможно, стримы там с телефона идут, там что-то интересное увидел, услышал, телефон достал, класс, записал какой-нибудь ролик, выложил сюда, то есть с минимальной обработкой. В общем, здесь будут ролики все такие, знаете, с пылу с жару, первое впечатление, тесты на виртуалках, мои мысли, всякое-всякое. На основном канале на IT-навигатор мы смотрим, если там действительно нормальный дистрибутив, если там что-то стоящее, мы берем какие-то фрагменты с лайв-канала, делаем полноценный обзор, монтируем. И, скажем так, вы правильно делали замечание, то что у меня основной упор на графическую составляющую, так как у меня основная аудитория это там новички, неопытные пользователи, которые не вникают, скажем так, в подкапотное пространство дистрибутивов. Но я думаю, это упущение с моей стороны. Дальше я буду делать более комплексные обзоры. И я думаю, данный подход вам понравится. Такие поверхностные видео, там вода водой, впечатления и так далее. Лайв-канал на IT-навигатор. Ролики, да, будут выходить, конечно, немножко реже. Но это будут такие 10-15 минутные. Там, возможно, 20 минут ролик. Он будет там, допустим, выходить раз в неделю. Но это будет полноценный, качественный обзор, который будет разделен на несколько пунктов. Это графика, да, это то, на чем дистрибутив основан. Обязательно будем выделять особенности дистрибутива, потому что дистрибутивы, да, они похожи друг на друга, но они выделяются какими-то особенностями, какими-то плюшками. Ну и отдельным пунктом я буду выносить надежность, стабильность дистрибутива. У нас очень неплохо смотрелись ролики 2 месяца там с каким-то дистрибутивом. Эти ролики будут также выходить. Вот. Ну и в разрезе каких-то обзоров у нас будет обязательный пункт. Это стабильность дистрибутива. Да? То, как мы его там попробовали, дистрибутив будет тестироваться минимум там 2 недели.
На лайв-канале будет для вас отчет по этому поводу. Ну и спустя там 2 недели у нас будет выходить обзор. Ролики буду снимать заранее, выкладывать, планировать. Хочу более серьезно подойти к выпуску контента на нашем канале IT-навигатор. У нас уже 20 тысяч. Я думаю, это уже какое-то достижение, и нужно взрослеть, нужно выпускать более серьезные ролики. Надеюсь, моя инициатива вам понравится. Также буду все чаще и больше использовать сообщество, дабы, скажем так, узнать ваше мнение по тому или иному вопросу. И обязательно вот у нас будут выходить ролики на лайв-канале. Первый ролик будет по Лире уже завтра на лайв-канале, так что обязательно подписывайтесь. Я фудить в основном некачественным контентом, ну как некачественным, да, там виртуалка и так далее, как вы меня троллите, это все будет на лайв-канале. Вот, также, что касательно нашего канала JS Code, также планируется несколько видео уже вот в ближайший период. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Это наш канал по программированию, по JavaScript. Здесь мы разбираем React.js, дальше будет Node, просто уроки по JavaScript. Ну и также мы пишем проект для нашего комьюнити. Это будет наш портал, где будет много всего интересного. Ну и также общие темы по поводу программирования здесь я буду раскрывать и описывать. Так что, если вы интересуетесь данной темой, вам сюда. Ну что ж, друзья, спасибо, скажем так, за то, что посмотрели данный ролик. Надеюсь, оцените мои старания. Также в будущем я хочу немножко, наверное, прикупить аппаратуры для канала. Посмотрим, как пойдет. Возможно, возьмем еще камеру, дабы снимать ролики с нескольких ракурсов, дабы это было не просто там, да, запись экрана, там, чтобы заснять там монитор со стороны, если там что-то устанавливаем, где-то там ковыряемся, чтобы это также было видно. Ну и кто захочет поддержать наш проект, в информации о канале есть информация, да, финансовая поддержка. Это не обязательно, никому не навязываюсь. Кто захочет, тот поддержит. Ну что ж, с новыми силами в новом году будем выпускать новые ролики. Всем спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, кто не подписан. Прожимаем колокольчик, дабы не пропустить новые ролики. Обязательно подписываемся на наш лайв-канал. Ссылочки все будут в описании. Ну и не забываем о JS Code, если вам это интересно. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.